Друзья, всем привет! Всем привет, друзья! Я, короче, сходил в парикмахерскую. Блять, эти самокатчики задолбали, блядь. Едет вот прям на меня, смотрит на меня, едет прям на меня вообще. Жесть. Короче, ну я сходил это, в парикмахерскую, вот видите, постригся. Изменил прическу немножко. Изменил стрижку. Сейчас иду домой. На улице жарко, вообще душно. Вообще прям погодка такая, блин. Так снимать неудобно, блин. Вообще люди смотрят. Люблю на улице снимать, все пялится. Первый раз видит человека с телефоном. Мне один раз даже был такой случай, ну там у меня дома в Курской области. Я шел, себя снимал, и полицейский ко мне подошел и сказал: а что ты себя снимаешь? Я говорю: а что, нельзя себя снимать? Он говорит: нельзя. Представляете, у меня даже такой случай был. Вообще. Вон там, смотрите, пляжик. Можно, кстати, сходить, позагорать туда, поплавать. Так что, друзья, вот такие дела. Жарко. Жарко на улице вообще очень. Посмотрите немножко со мной Москву. Покажу вам Москву. Москва. Кстати, друзья, что хотел вам сказать. Хочу это. В следующий раз, когда приду на стрижку, хочу и волосы покрасить. Потому что очень много седых волос. Ну и седые волосы, естественно, прибавляют возраст. Смотрится как-то стрёмно. Я уже, ну, с парикмахером договорился, говорю, что в следующий раз покрасить волосы. Но она говорит: ты без проблем. Типа, ну, запишешься по телефону на какое время. Вот, и я приду и постригу тебя и покрашу тебе волосы. Так что в следующий раз хочу покрасить волосы, друзья. А то это много седых волос. Надо как-то... Надо прятать седину. А то старо выгляжу. Так что... Блин, а вот так на вытянутой руке, вот постоянно, когда держишь телефон, то рука устает. Хотя... Вот сколько телефон весит, он весит там несколько грамм, да? Но когда вот на вытянутой руке держишь телефон, рука прям сильно начинает уставать. Вот я говорю, вот не нравится мне, вот я, блин, это снимаю постоянно... Люди смотрят вокруг, когда я себя снимаю. Я поэтому на улице не люблю снимать. Вроде бы Москва, да? Большой город, мегаполис. Люди к этому привыкли. И то, и все равно, блин. Вот идешь, снимаешь с телефоном, и все на тебя смотрят со стороны. Вообще, меня это, конечно, это... не то чтобы смущает, но ощущаешь чувство дискомфорта какого-то. Не нравится мне. Москва. Посмотрите немножечко на Москву. Москва.
трамвайчики, видите, какие современные, красивые. Я знаю даже, что, как вот некоторые блогеры рассказывали, что некоторые люди мало того, что смотрят, допустим, когда если кто-то снимает, еще подходят, начинают возмущаться, еще и драки бывают. И, короче, вот так вот. Люди у нас как-то к этому относятся не очень хорошо почему-то. Я не знаю, хотя вот я говорю, меня это всегда удивляло. Я же не их снимаю, а себя снимаю. В чем проблема? Но тем не менее, вот такое происходит. Поэтому говорю, я не люблю на улице снимать вообще. Это вот район, в котором я живу. Вот это север Москвы. Север Москвы, друзья. Если в общей сложности посчитать, то я в этом районе живу с 91 года. То есть получается уже 31 год. Так что, друзья, в следующий раз пойду стричься и покрашу волосы. Может, буду немножко моложе выглядеть. Вот, а то надоело. Это седина, правда, как старик какой-то. Даже когда сидишь в кресле парикмахерской, ну и тебя стригут, а ты видишь, волосы падают с тебя, когда тебя стригут. И волосы прям все белые, 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 такие серебристого цвета. Ну, седые. Думаешь, блин. А я, кстати, рано посидел. У меня седые волосы стали появляться в 25 лет. Представляете, в 25 лет у меня стали появляться первые седые волосы. Вот. Так, сейчас пройдем. Рука устает, вот так на вытянутой руке держать, рука устает. Вот смотрите, как тут красиво, тут старые учебные корпуса. Блин, не знаю, у меня сейчас отпуск, и, блин, не знаю, ехать в Анапу, не ехать в Анапу, или в Сочи поехать. Что-то в Турцию мне неохота ехать. Одному как-то в Турцию неохота. Там по поводу... Мне говорили, девушку с собой возьми. А это, она не может, девушка моя новая, поехать со мной, потому что у нее отпуск был в июне. У меня уже был отпуск. Поэтому мне не с кем ехать на юг. Не знаю, что делать. Сейчас так отпуск быстро пролетит и все. Вот, смотрите, друзья.
Как тут красиво. Такие трамвайчики красивые. Покажу вам немножко Москву. Москва. Это вообще очень старое здание. Еще 19 века, короче. Здание. Вот смотрите, какая лужаечка красивая. Вот такие здания все отреставрированы. В общем, красиво. Жарко только очень. Очень жарко. Смотрите, машина какая, как занижена. Офигеть, да? Тут хорошо, такая как бы кусочек природы, нормально. Воздух такой свежий. Смотрите, какая аллея красивая. Немножко расфокус камеры. Надо, конечно, какой-то покруче телефон купить. С более крутой камерой, потому что этот не очень хорошо снимает. Ладно, друзья, буду заканчивать свое видео. Всем счастливо, всем пока и до новых встреч. Все, увидимся.